включала. Еще раз. Открытость и ветреная. А это как определять? Ну, как ты ощущаешь, что просто ты как будто на ветру оказалась? Свобода, или что? Легкость. Свобода, легкость, и прям ты на... Почему ветреная? Потому что. А как в степи, да? Просторы или что? Ну, как... Ты руками показываешь. Вихри, что ли? Да. Как воронка или вихри во все стороны? И воронка, как бы. И воронка, и простор. Ну, давай, я вижу, ты улыбаешься и рассказываешь, а просто хочется, чтобы... Ну, вот так вот из меня как будто бы вот так вихрями в воронку так. Из тебя? Откуда? Из анахаты? Ты из рук показываешь, из сердца? Ну, отовсюду. Вот отовсюду? Со всех чакр крутится тогда? Mm-hmm. Моя ты зайка. Открывай глаза. Конь ветра. Флажки. Видишь? Она действительно дает очень большую легкость. Единственное, что я туда еще знак атлантов записала и колокольчик добавила. Но я вначале без них крутила, и она действительно дает такое проветривание конкретно. Ну и это переводится, этот лумпа, как конь ветра. А как ты ветер считала вообще за секунды со всех чакр? Это же первое, что ты сказала, просторы и ветер. Я еще думала, может, ты степь, еще что-то, воронку увидела, потому что это мельничка. Ну круто! Дело мастера боится. А на палочку я не знаю, такое прицепится или нет. Хочешь такое крутить на палочке? Да? Надо заказывать, значит. Ладно, поищу, закажу. Хочешь так крутить, да? Ветер, свобода, и можно прочищать чакры, ситуации, все можно прочищать. Просто еще ветер запускает скорость событий, любое, оно усиливает скорость. Эти дамы почитать, как они... Помнишь, я тебе рассказывала, что когда флажки с мантрами на ветру висят, ветер разгоняет эту информацию. Это же информация, паттерн, это узор. Он его по пространству гоняет. А дождь, если льет, то это благая там, ну, благие начинания и хорошее перерождение для червячков, там, растений и всего остального. А ветер разносит животным, людям и растениям, ну, поверху. То есть ты себе крутишь что-то в своем мире, свое сердце, свой космос. И это все, вот эти вот флажки вместе с ветром усиливают, как кони бегут и раздают дальше. То есть это такой ускоритель. Придумаем, как на палочке крутить. Или уже когда будет барабанчик, я тебе доделаю и будешь крутить его, да? Оказалось, ну, что нервы можно. По позвоночнику бегут. Не как эти кристаллики. Импульсы? Mm-hmm. Как? Не, нервы? Ну, как кристаллики вот так. О. Ну, оно меня тоже подзарядило. Я смотрю, как ты так раз оплыли. Ну, видно, что оно дает другую вибрацию. Ладно, сейчас поищу, закажу тебе. Все, давай иди делай свою подушечку с травами. Круто, да? Mm-hmm. Это все же нашим воинам сейчас будет. Это будет по линии соприкосновения. Это будет вычищать страну. Это ускоритель мощный. Сейчас посмотрим, как он будет раскрываться. Это ж каждому сейчас будет кристалликами. Тут еще мелонг, а? Украина. А, показалось похоже на Украину. Это звук хум. Это ом мани падме хум. Вот здесь. Это же мантра. Пожелание, благопожелание всем живым существам. Ом мани падме хум, ом мани падме хум. Там вот это много раз ты видела рулончик. Это ом мани падме хум. И сейчас еще и флажки есть с мантрами. Вот эти большие, которые я жду. Флажки Тары, вот это все. Есть флаги. Сейчас я тебе покажу, раз компьютер взяла. И есть то, что мне обещали с Тибета освященное. А есть с Катманду. А есть... Ого! Это не прилет, привет. Это ветер. Это он нас приветствует. А есть флажки просто с мантровым манипадмахум. Вот эти маленькие. И вот мы их будем крутить. Но вообще-то, если будут такие маленькие еще и с мантрой, я думала уже сама выписывать мантры. И думала линиями сделать. Ну, вот этими, как... поняла, как символы, написать эти звуки тоже можно, сделать отдельной лентой. Думала еще так, а потом смотрю, да, оно уже нормально прикрепляется, можно его крутить вместе со всем этим. И мне так понравился этот эффект. А еще мне понравилось, как ты это считала. Так, все.